Добрий вечір. Це тема дня в студії Ані Тарашевська. А тема нашого ефіру – громадська рада при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, яка створена цього тижня. І у нас в студії голова громадської ради Олександр Юлевич та член ради Денис Барашковський. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Друзі, добрий вечір. Спасибі, що прийшли до нас в студію. Ми вам вдячні. І з цього тижня створена громадська рада при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Завдяки ФОДа, наданим нам прес-службою міської ради, ми можемо проілюструвати процес створення громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства. І логічне запитання в мене буде до обох наших гостей. Хто був ініціатором створення цієї структури і для чого ви її створили? Олександр Михайлович, будь ласка, вам перше, як голові. Да, я понял. Дело в том, что у нас, ну, как бы не подобные уже общественные организации созданы. Мы четвертая в городе Николаеве. Меня пригласили в свое время на общественную организацию, на заседание общественной организации по земле и архитектуре. И я предложил как бы вот свои услуги, учитывая опыт работы. Я давно в системе жилищно-коммунального хозяйства работаю. И даже вот частное предприятие мы заострено именно на проблемы ЖКХ. Но пришли к такому выводу, что нужно создать совет именно такой узконаправленный, чтобы не складывать все в этот винегрет, складывать, да, и архитектуру, и землю. И вот полтора года назад я подал документы, есть постановление Кабинета министров о создании общественных советов при горосполкомах. Есть такое же соответствующее решение горосполкома, есть методика формирования этого совета. И вот полтора года я бился, значит, чтобы этот совет был создан. Я думал, что как бы мы его создадим, то есть он важен, необходим. Но выяснилось, что наша дорога не была усеяна розами. Даже, вы сподівались на саме на троянди? Нет, ну я думал, как бы, дорога селит идущих, конечно, но чтобы подбрасывать шипы, на это я не был готов. Вот. Ну, в общем-то, собрались усилиями, и вот, слава богу, значит, мы распоряжением исполкома была создана инициативная группа. Мы, ну, как бы методику, я думаю, что не надо подробности, да, как это все происходило. Мы выставили в интернете, значит, регистрацию нашу. Все желающие, которые хотели обратиться, то есть участвовать в этой инициативной в перспективе в общественном совете, прошли эту инициативную группу. И вот во вторник мы собрались, избрали уже членов общественного нашей громадской организации, председателя и его заместителей. То есть мы еще в стадии формирования. То есть мы еще не завершили стадию формирования. В следующий вторник мы будем опять собираться в горосполкоме. И сейчас разрабатывается методика нашей работы. И тогда уже будет распоряжение, лишение исполкома, и мы уже тогда будем полнокровный, полноценный общественный совет при ЖКХ. Втім, процес створення громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства тривав півтора роки, так? Да, полтора года. І, Денис, будь ласка. Ну, могу сказать, что тоже где-то... Вы відразу долучились до пропозиции Олександра? Вот как полтора года назад Олександр занялся своим путем создания общественного совета, были еще другие инициативы, потому что на самом деле некая экспертная рада или общественный совет при ЖКХ был очень важен и востребован. Я разговаривал и с Андреем Палько, и другие наши вот, горожане активные, те, которые занимаются дорогами, ребята, которые проезды для людей с ограниченными возможностями пытаются привести в то состояние, в которое надо, и практически каждое, даже классное, новое, какие-то улучшения дорожные, к сожалению, поддаются очень сильной критике, потому что многие... Сбоку людей с ограниченными возможностями, потому что съезды, и это наша боль, съезды никто до конца системно не научился делать и так далее. То есть мы эти вопросы поднимали, обращались к Палько о том, чтобы создать некий общественный совет как раз в этом направлении. И очень здорово, что такая инициатива доведена до конца была вот, руководителем совета, потому что этот совет, он должен быть, ну, очень важным, и он должен аккумулировать все идеи горожан, чтобы не делали так, как хотят,
должны делать так, как удобно. И я увидел, да, подтверждаю, увидел в социальных сетях, потом на сайте горсовета, процедуру вступления в организацию, в совет подал все необходимые документы, присутствовал и стал членом этого совета. Олександр Михайлович, а будь ласка, ви сказали про труднощі, з якими ви зіткнулись під час створення громадської ради при департаменті ЖКГ. А найбільш така велика труднощ? Которая яка? Була? Так. Да? Нас не хотели регистрировать. То есть департамент ЖКХ во главе там, со старым руководителем категорически отказался. То есть ему ряд фамилий ему не понравился. Он говорит, уберите фамилии, и мы тогда будем проводить регистрацию. Ну, мы решили этот вопрос, то есть выждали, подождали, обратились к мэру, и тогда мэр дал поручение, и уже тогда организация эта, так сказать, создалась. Потому что первый, я честно говоря, не ожидал, что департамент ЖКХ будет против. Дело в том, что, понимаете, какая история, этот совет не создается для того, чтобы мы приходили и говорили, смотрите, вот как у вас все плохо, здесь у вас плохо, и там и дороги такие, это не так. Это, понимаете, руководить, это не руками водить. Идея заложена изначально, во всяком случае, вот я буду собирать совет, я свою позицию буду озвучивать. Создавать, видеть недостатки и искать пути решения, помогать. Не просто говорить, вот ты чиновник Иванов, ты там не дорабатываешь. Мы тебя придем, через 3 дня проконтролируем. Достаточно, я думаю, контрольных органов хватает и в исполкоме, и везде, на любых уровнях, чтобы контролировать это там, чиновника Иванова. Помочь надо. Но иногда, я уже сталкивался с такими вещами, то есть вот я неоднократно участвовал на коллегиях Министерства ЖКХ, меня приглашали. Иногда выходит директивный документ, он немножко как бы оторван от земли. Вот они создали этот документ, да, а он здесь не совсем работает, он дает сбой. Видирован вид реальности? Совершенно верно. Поэтому, наверное, надо послушать, то есть создавать документ обобщенный и поговорить с этими людьми, а будет ли он работать. Пообщаться, говорить, вот, ребят, давайте там, я не знаю, там поставим какой-то бронзовый кран. Он будет работать у вас? Нет, нам не нужен бронзовый кран. То есть вот мы, опыт у нас есть, там, мы поставим там стальной. Ну, я утрированно говорю, да? Значит, давайте какой-то найдем компромисс. Но надо советоваться с теми, кто ходит по земле. И вот сегодня председатель ОСМД, ну это мне немножко жилье ближе. Почему? Очень даже хорошо, что вот в совет входят вот разноплановые люди. Вошли. Абсолютно разноплановые. Вот Денис Петрович правильно говорит, что надо... Керівники, підприємства, голови ОСББ, громадські активісти. А хто ще? Вот сейчас вот то, что мы только начали как бы вот работу. Мы будем ее все равно дальше продвигать и будем рассказывать о себе. То есть мы приглашаем, то, что говорил Денис Петрович, предлагаем любым людям участвовать в этом совете. То есть мы будем собирать совет, пожалуйста, приходите. Но давайте будем решать конструктивно наши вопросы, и потом уже будем выносить в структуру власти. Вот насколько я информирован, вот этот совет, по-моему, по архитектуре, они на месяц или там на полтора, я боюсь там ошибиться, это их специфика, я немножко оторван от них, они сократили количество поданных документов. То есть там собрались люди, которые работали в этой системе, сегодня работают уже там в частных структурах. И вот они посмотрели, что документы для подачи, ну, на отводу земли в таком количестве там не надо. То есть вот документ, он дублирует там какой-то другой. И вот они сегодня решили, показали это все. То есть они сами создали этот документ, провели его через исполком, показали. Это, по-моему, уже решение даже есть и утверждают. И сегодня уже по новой будут приниматься какие-то документы. Вот интересная идея. То есть люди сами это сделали. Тем более, что это движение волонтерское. Мы же не сидим на окладах. У каждого есть своя работа. То есть председателю ОСББ, поверьте, у него достаточно хватает проблем. А взагалі, наскільки поширена така практика створення громадських рад? Звісно, що при органах влади діють громадські ради. А в чому саме структура і специфіка вашої громадської ради? Ну, как бы название говорит само за себя. Нас интересуют проблемы именно ЖКХ. Щоб глядачі почули, що вони не на денці, що є люди, які можуть відстоювати їх інтереси. Именно ЖКХ. Не, опять же, есть, у нас по туризму есть общественный совет. Вот они занимаются своими, так сказать, вопросами. Вот день города, то есть они пытаются
преподнести и сказать, что вот можем, мы подтягиваем там, я не знаю, там яхты там или что-то еще. То есть они улучшают эту процедуру, потому что я понимаю, что руки до всего, так сказать, не доходят. Это как помощь. Не просто говорит, вот давайте что-то там опять же что-то, давайте, что. Поэтому эти люди просто-напросто помогают. Наша специфика именно будет по ЖКХ. Вопросов накопилось очень много. Мы работаем с ОСМД и контактируем с председателями. И в приватных беседах, вот мы общаемся, и в приватных беседах очень много возникает вопросов, и они практически одинаковые. У них вопросы там по земле, вопросы по МАФам, вопросы по арендаторам, проезд через дворы. Вот такое вот то, что... И они бьются в одиночку. А это очень сложно. Вот эта площадка общения с властью. Мы будем стараться готовить какой-то документ, скажем, ну, я утрированно опять же говорю, по проезду, через проезды там внутриквартальные, то есть через ОСББ, или, например, там, как решить вопрос незаконного захвата там помещений. Это же уже как бы частное домостроение, ну, грубо говоря. То есть это собственники домов собрались, они эксплуатируют свой жилой фонд. И это будем выносить уже на законную основу. Но это касается не одного ОСББ. Это касается у нас на сегодняшний день в городе Николаеве, если не ошибаюсь, на 30% ОСББ от жилого фонда. Я могу тут только добавить, что на самом деле и ОСББ тема очень важна, она будет развиваться, потому что больше и больше людей объединяются. Но и очень много других направлений, которые касаются ЖКХ. Простой пример. Mm-hmm. А с 16 года ко мне обратились жители по Херсонскому шоссе 3 и 5. Мы хотели сделать там остановочные карманы. Там однополосная дорога, то есть по одной полосе едет всего лишь одна машина. Очень узкая дорога, вы знаете, там фуры едут. И маршрутка, когда останавливается, машина, которая идет сзади, она выезжает на встречную полосу. Жители собрали тогда, в 16 году, мне 181 подпись. И я тогда, не будучи ни радником Мечкова головы, просто был главой общественной организации, которой я сейчас являюсь, попытался реализовать это. Мы вышли тогда, встретились с Палько, с руководством ЖКХ, с Сенкевичем, с этой инициативной группой, расписали все. Уже есть проект, представьте себе, 2 года, вот один горожанин, которого поддерживает группа людей для их интересов, он выступает, он не может это сделать. Вот у нас сейчас есть уже проект на пятую нет. Представьте, прошло 2,5 года. И вполне возможно, я как бы и с этой целью и шел в такой совет, что через такой совет подавать важные вещи для горожан и решать их будет намного проще. Потому что совет все-таки это структура, она дает свои рекомендации. И очень имею я надежды и готов потратить свои силы для того, чтобы так было эффективнее. Потому что на самом деле проблемы ОСББ есть, дороги есть. Переходы есть, отсутствие велоинфраструктуры есть, убогая транспортная инфраструктура есть. И на все это надо, все это в принципе в комплексе как раз и ЖКХ проблем. И не забудьте еще за парки. А у нас, кстати, экологическая очень активная есть прослойка активистов и горожан, которые также могут приобщиться к этому совету, потому что парки также в принципе входят в сферу ЖКХ. А скажіть, будь ласка, у нас буквально вчора в цієї студії ми обговорювали проблему ліфтів миколаївських багатоповерхівок. І дуже так сумно було, тому що немає коштів на ремонт, 41 ліфт стоїть. Чи зможе ваша громадська рада якось допомогти у вирішенні цієї проблеми? Адже там люди готові на відчайний захід перекрити дороги. Будь ласка, Олександр Михайлович. Понимаете, какая штука. Я ж, давайте, мы... Совет это не старик Хаттабыч. Ну, це впродовжте. Да, и это первое. Второе. У меня несколько, как бы, другая специфика. Я не совсем посвящен, я не совсем компетентен сегодня, что происходит по лифтам. Мы только вот сейчас будем вот собирать, будем хоть какую-то информацию. То, что мне набросали, вот как я и говорил изначально, как родилась идея создания этого общественного совета. Вот я встречаюсь с председателями ОСББ, они приходят ко мне, мы у них там возим твердые бытовые отходы. И просто приватной беседе мы говорим. Я понимаю, что накопилось очень много вопросов. И я выступил с такой инициативой. Я говорю, давайте создадим совет. Вот я пойду вот посмотрю. Пошел, посмотрел. Он говорит, нет, надо создавать свой. Я их опять собрал, говорю, давайте создадим совет. Ну давайте создадим.
И вот люди откликнулись. И давайте создавать, создавать. Сейчас, если вопросы надо решать, ну, как бы сказать, не надо прыгать через ступеньку, да, можно споткнуться и упасть. Надо идти постепенно. Лифты, я просто-напросто не готов ответить сейчас на вопрос. Я же не возглавляю департамент. Мне трудно сказать, что на самом деле происходит. И я же не чиновник, я не знаю, как финансирование на сегодняшний день идет. Поэтому мне тут трудно здесь вам ответить четко, сказать, что да, вот есть такая, наверное, такая проблема есть, давайте будем ее смотреть. Тобто ви готові розглядати будь-яку проблему, яка пов'язана саме з питанням житлово-комунального господарства Миколаєва, так? Наш общественний совет заострен тільки на проблеми жилищно-комунального господарства. Ми другими проблемами займатися не будемо. А за яким принципом відбувався підбір кандидатів і членів вашої ради? Денис, наприклад, ми знаємо вас як дуже активного громадського діяча. Ви завжди попереду будь-якої такої небезпечної навіть ситуації. Будь ласка, ви увійшли в цю раду, Олександр Михайлович. За яким принципом Денис увійшов? Небезпечно. Небезпечно. Обратите внимание. Я прошу прощения. Ну, ситуации бывают дуже різні. Он скажет, да, за себя. Я вам скажу, что нет принципа. Взагалі немає принципа? Нет никакого принципа. Есть методика создания общественных советов. Вот создалась инициативная группа, это как гусеница. Из этой гусеницы должна получиться бабочка. Вот бабочка – это общественный совет. То есть мы приняли просто документы. Всех желающих 20 дней висело на сайте исполкома, значит, объявление о том, что создается совет. За 10 дней до окончания вот этих 30 дней, которые отведены, прекращается подача документов и... Тогда собирается общественная, вот это вот не общественная, еще не общественная организация, а инициативная группа и докладывает о проделанной работе. Больше того, вот Денис Петрович свидетель, мы приняли даже двух человек, которые, ну так проголосовали, которые подали документы после 27 числа, то есть они не вложились в сроки, но люди хотели. Я тут могу только добавить вот, практику создания общественных советов в других городах, да даже на примере вот, нашей громадской ради в области, в облдерше, при облсовете, при облдерше администрации. Да. Вот там проголосовали за, по такой же самой системе, методика не меняется. У нас был выбор, какое количество членов должно быть в организации. Я на своей практике знаю, я являюсь членом громадского экспертного совета. Раньше был и других организаций участником. И я член Всеукраинской ассоциации аналитических центров. Так вот, я вам скажу, чем меньше людей в совете, тем он эффективнее. Это у нас была камень такой, первая была дискуссия по этому поводу. И в принципе, у нас мы пришли к тому, что должно быть людей меньше 20. А чтобы он был эффективный, чтобы мы не искали людей, не вызванивали, да, чтобы у нас был кворум. С учетом того, что мы сейчас уже проговорили перед вашей передачей, что необходимо комплексное видение членов, может быть, мы что-то и будем там корректировать или посмотрим, как будет у нас складываться работа внутри этого коллектива. Я вам просто хочу сказать пример нескольких областей. Есть советы при ОГА, вот эти, при облгосадминистрации, где по 35 человек и более, они мертвые. Вони, можливо, не дуже дієві. Вони дуже мало ефективні. Ну, у нас, в принципі, в Миколаївській області, ви теж знаєте, що совет практично не працює. Вони розділилися між собою, тобто там... Посварились. Ну, це ну, така штука, вона може бути у кожного чоловіка, ну, да, лічні качества, але емоції, лічні качества, якщо ви прийшли в общественную діяльність, треба убрати на задній план і працювати на один результат. Якщо ви вийшли в совет, вибрали руководство, працюєте. У вас раз в год звіт, відчитуєтесь і потім робите якісь ротації. Вот, я ще раз хочу повернутися к важному моменту, як відбувалася процедура. Я совершенно случайно узнав, я там гуглив новості і в Фейсбуці, кто-то запостил, что вот будет такой совет, мне никто не говорил. Ну вы же знаете, что выпадковости не бывает. Вот. И это, вот этот момент, ну скажем так, промо этого совета, промо, недостаточно хороший, из-за чего, может быть, люди не успели подать документы, те, которые необходимы в этом совете. Еще раз вот я ставлю вот акцент, что совет этот будет... Потому что мы уже на первой встрече проголосовали за изменение к положению о том, что это не совет по ценообразованию ЖКХ, да, то есть только услуги, нет, а мы берем именно, то есть есть ЖКХ, и общественный совет занимается всеми вопросами ЖКХ. И здесь категорически не хватает людей, которые знают, что такое велоинфраструктура,
которые лоббируют это понятие в городе Николаеве, за которыми тысячи велосипедистов, условно говоря, понимаете? Ведь на самом деле мы должны давать пешеходу и велосипедисту приоритет. Потом мы должны давать общественному транспорту, а потом уже у человека, у которого есть своя машина. То есть так должна строиться инфраструктура в городе для конкретного человека. Также не хватает острого, мы уже чуть-чуть коснулись этого, интересов людей с ограниченными возможностями. Много их, мало, неважно. Но должен быть представлен в этом совете интересы человека, который представляет эти интересы. Это важно. Потому что 2 года я знаю этих людей, мы бьемся с ними вместе. Она вот у нас и девочка из Оля Виноградного, она такая же радник Мечкова головы, как и я. И мы бьемся с ней, с подрядчиками. Она намного больше тратит силы и время о том, чтобы просто научиться правильно делать съезды. Сейчас стали наконец-то делать съезды, но делают их неправильно. Вот такая простая штука. Повсеместно сделать так, чтобы делали съезды правильно. Будем надеяться, что, может быть, и общественный совет эту инициативу включится в инициативу и пригласит людей, которым это интересно. И так далее. Ведь на самом деле проблем, кроме лифтов. Лифт – это бесспорно проблема. Но если мы сейчас с вами начнем загибать пальцы, знаки, переходы, мереж. Этого валом всего. И не стоит рассчитывать, что вот сейчас общественный совет взял и все порешал. Я вам скажу так, что публичность... Дуже прикро, що ви не старики Хотябичі, Олександр. Публичный совет, он должен проводиться публично. Люди должны приходить туда, обращаться и получать какую-то помощь. Но она должна быть компетентной. Ну, люди очень компетентные собрались в планах вот ОСББ и компаний, которые надают послуги. Вот в этих вопросах действительно вижу, я очень сильных специалистов есть. Ну а дальше уже от нас зависит, как этот совет будет развиваться. И, конечно же, поддержка власти и реакция на эти рекомендации. Підтримка влади є? Ну, пока есть. Вот мы же зарегистрировались, пока есть. Ну, не лише зареєструвались, але все ж таки підтримка, щоб влада була зацікавлена в тому, щоб така громадська рада існувала, і не лише існувала, а активно впроваджувала інтереси городян. Ну, мені, чесно говоря, більше хотілося б, щоб були заінтересовані ті, кому це потрібно. Тому що, ну, знаєте, як ви приходите к зубному врачу, да, от посиділи в кресло, говорит, вам удобно? От то, що от, говорили по з'їздам, да, от сделали, взяли, сделали з'їзди. Вроде як відчитали, все, готово. А чоловіку неудобно. Вот у меня мой там приятель есть, он строит там гостиницу. Он говорит, я 2 недели в этом номере живу. Я хочу знать, удобно это или неудобно. То есть я буду брать с людей деньги, им надо, чтобы было удобно. Но если мне удобно, значит им, наверное, будет удобно. Мы иногда такие вещи делаем. Вот, ну, мало кто помнит, это где-то год, наверное, 95-й. Я тогда занимался, у меня были бочки сенсационные, мы чистили дворовые туалеты, колодцы, там, вот такой вот, такими вещами занимались. И вдруг Министерство транспорта выпускает документ и исключает из состава спецмашин сенсационные бочки. Эту бумагу визирует Министерство, оно принимает силу уже серьезного документа, спускается сюда вниз, результат. То есть вроде как, ну, исключили. А в результате получилась другая чехарда. Вот я был на коллегии тогда и министру, я уже не помню, кто там был министр, там и 4 зама, я им объяснил, говорю, вы поймите, вы подписали документ, может быть, даже не читая его, то есть взяли и утвердили. А меня сегодня ГАИ останавливает, сенсационную бочку, и говорит, лицензию на перевозку груза. Смешно, правда? А он делает все четко по закону. У него документ есть. Я не спецтранспорт. О какой лицензии может идти речь? Понимаете, вот иногда такие документы выходят, они как бы подмахнули, а они внизу уже не работают. Потому что бывает, что вот власть немножко находится не то, что там, ну где-то за облаками, там, вот, где-то там наверху. А хотелось бы, чтобы было внизу. Поэтому надо встречаться, разговаривать, вам так будет удобно. Вот мы делаем там такой документ, вот мы будем, вот, вам удобно будет. Давайте поговоримо на цю тему. Удобно? Да, удобно. Давайте зробимо так. Ну, до речі, про пандуси була така хвиля, коли дуже швидко їх встановлювали по всьому місту, а потім виявилося, що людям з обмеженою відповідальністю дуже незручно їм користуватись. Ну, от видите,
Вот так оно и получается. То есть, наверное, надо было хотя бы не то, что с ней поговорить, но привести, собраться и сказать: ребят, вот мы сделали первый, давайте посмотрим. Удобно, вот градус там подъема, я не специалист, опять же, я просто, ну, трезво мыслящий человек. Да? Удобно ли по ширине, удобно ли по высоте, удобно ли вам заезжать, может, надо его как-то раскрыть, этот съезд, этот пандус, я не знаю, но поговорить с теми, кому это надо. Именно кому надо, а не так, что команда пошла сверху, да, давайте сделаем, взяли, сделали. А тем, кому это надо, они не пользуются, они не могут, им неудобно. Вони як не користувались, так і не користуються. Друзі, у нас залишається хвилина до кінця нашого ефіру. І давайте підіб'ємо підсумок, щоб глядачі все ж таки зрозуміли, що є люди, які можуть допомогти. Є така організація, яка зможе вирішувати і працювати над покращенням міста Миколаєва. Будь ласка, Олександр Михайлович. Да, така організація буде, от зараз створюється, вона буде створена вже, так, ми вже вийшли на фінішну пряму. Я приглашаю всех небезразличных людей, пожалуйста, приходите к нам. Мы будем, либо у нас будет проходить, значит, сбор нашей организации, либо в малом зале в горосполкоме на третьем этаже, либо в зале департамента на втором этаже, там Макарова 7. Поэтому наши заседания будут, мы будем оповещать через сайт горосполкома, когда у нас, так сказать, будет заседание. Все проводится прозрачно и открыто. Денис, будь ласка. Я могу только тут добавить, очень важно, чтобы эффективность с нашим присутствием использованных денег была максимально эффективной. Чтобы ничего на следующий год не переходило. Запланировано, сделали что-то новое, сделали что-то классное для города. Будем помогать как-то в этом. Спасибі вам. Ну що ж, громадська рада при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради створена, і будемо спостерігати, що буде далі. Наш ефір добігає кінця. На все добре.